Я снимаю маленькое видео. Это первое видео из того, что я сегодня сниму во время моего эпического похода. Вот, смотри, короче, это... Ну, ты знаешь, это все просто... Я тебе никогда не показывала зимой, вот как я иду через этот мост, потому что... Да, потому что это другой мост. Вот. Это оборонный мост. Ну, это, как ты догадался, полуостров Моклова, вон там он, остров Чухонка. Это все с другой стороны просто, когда я обычно хожу. Потому что сейчас я иду поход, я делаю очень-очень большой кружок. Я вот сейчас пойду вон туда, и там я тоже поснимаю чуть-чуть на берегу, чтобы было видно, как там прикольно. Ну, это улица Анисимова, и я вот пойду вот так, сюда, а потом вот туда. И я буду приходить обратно речку, вот по тому мосту. Это Пролетарский мост, ты его знаешь. Вот. То есть у нас два моста здесь сейчас. Раньше вот этого моста, который вот этот вот, его не было. Он там был... остатки, скажем так, Ижорского пруда. Вот. Ну, в общем, то, что переградили они. И получается, что я сейчас иду на правый берег, то есть вон там правый берег, а вот это левый берег. Потому что, если так подумать, то речка течет вон туда, и там как раз случился прорыв плотины, о котором я тебе говорила, что вся речка утекла туда. То есть получается, что я иду, да, на правый берег. Вот, а это мой берег, то есть я пришла вот оттуда, и, ну, как видишь, сейчас есть снег, я пойду, ну да, сейчас есть снег, и немножко... Сейчас хотя бы не видно, что здесь нет воды почти, на самом деле это, конечно, печальное зрелище, когда летом, весной видно, что здесь просто какие-то кучи грязи, извини меня за выражение, вместо того, что было... что осталось от реки. Ну, в общем-то, да, здесь вот это вот место там, вот особенно вот там вот на таком маленьком мысу, я не знаю, как это будет сказать, вот, но там очень тоже симпатичное место, и оно такое зеленое, и там очень красивый вид, когда все цветет. Весной, короче говоря, когда там грязь подсохнет. Вот. Ну ладно. В общем, такая, видишь, сейчас погодка серая, но хотя бы не очень холодно.